Артём не... Ну да. Мой кот первый. Там все в шоке, все люди в шоке. Nasty little beast. Особенно Максим. Что он будет делать в комендантское время? А он играет в компьютер до часу ночи. Ой, я сам таблетку принял. Ой, мне стыдит. Fucking vermin. Someone should wipe him out. Как это поднять? Так это слово неплохо штырит. В смысле, а как поднимать детей? Алло, как это? Так что? Я как-то убью ничего. А, он вообще заспал. Как? Угу. Как это? Thank you.
можешь перенамусь, я уже вийшу. Так. О-о-о. Fucking vermin, someone should wipe him out. Do you know what time it is? Why is it when you're talking to me? Я из лет не знал, что ближайшая японо-мексиканская забегаловка имела свои виды на местную популяцию. Кошек. И мне понравилось, что какие-то гайдзины растягивают их природные экстремы. А так мне нужны были бабки, ты ради благого дела чего только не сделал. Не мог же я подвести несчастных сифилисичных кошечек. А то все сейчас. Сейчас увидим еще. Или один клет, кстати, сейчас. Ну, по-моему, 4. Ай, ну так, больно. Как ты бежите, а фарма пришла. А мне нет оружия. Это нечестно. Дайте мне пистолет какой-то, я нашел, ну дайте. Ты должна сделать код. Не беда. Но я другу буду я. Ай, ты собака этого. Чтоб тебе. Оп, оп. Комбинация. Я сильнее. Я не хотел эту говно подумать. Боль. Плоха ты. Он еще не спит. Он все, он спит. Это фото из глупов, мать. Хелп, блин, не сильно. Бегу, 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 бегу. Мне надо храниться. Там все так, нам просто надо походить. Нафиг. О, бомжи, бомжи, он не нужен. Да чё он хранит? Я чё не хорошо ранил? Это меня тоже помогает. Фух, шумает. Я чё-то слышал. Давай, давай, давай. Всех поймал. К сожалению, мое новое начальство помню, ты убил старого чья.
закрыли. И, короче говоря, бабло мне не отломил. Казалось, это уже входит в норму. Но внезапно я каким-то образом влез в предвыборную гонку. Мэр запрягал какую-то левую телегу про безопасность страны, семейные ценности и победу не с наркотиками. И вдруг я понял, что мэр — это тот самый хитро выдуманный пак из порнолапки, только без костюма мэра. В тот же момент позвонил Винс с офигенным предложением работы. Здорово, чувак, как ты, мужик? Слушай, у меня для тебя есть работа. Моя главная звезда, что у красотки Дженнифер Лукас сегодня в торговом центре проводит рекламную акцию, а этим охранителем у нас была бешеная кошка. Не хвана. Проблема. Безопасность девичья. Фамилия моей матери. Или у нее просто была... Беда такая татуха, и я не помню. О, вот задание. Уф. Ланицу сразу. Я знаю. Следующий раз узнаю, что следующий раз. Охранника на автограф сессии у Джен. Так, короче, слушай меня. Твоя задача, чтобы со мной ничего не случилось, пока я буду общаться с местными. Ничего сложного тут нет. И не стесняйся пользоваться вот этим. Понял. Слушай, придурок, нам тут трупы не нужны, поэтому держи в штанах все свое смертельное оружие, что ты сюда притащил. Если вдруг кого-то завалишь, приедет полиция и прострелит тебе башку. Или я даже, может быть, сама тебе... Я пострелю. Так что смотри, не обостри. Окей, окей. Ладно, ладно, я все понял. Никто не умрет. Надеюсь. Можно вариант Б, Ютуб. Либо другой фон. И Телегмайл. Ну и все, как всегда, Телеграм. Люка! А, это мое. Как ты смеешь появляться в нашем прекрасном торговом... Как в центре со своей развратной мордой, это ты виноват, что новое видео надо, да? Уже не встает без порнухи. Ну да, конечно, конечно. Только в этом твое существо. О боже, это опять этот набор меня бесящих. Тогда он какая-то проблема. Мисс Волкер. Это не знаю, это тут же. Покончим с этими ссылками. Покончим. Да, я помню, как сказать. Джаги, просто на сети, как ты нужно защищать. Опять кому-то защищать, задолбай. Так, ладно, на этом не закончим. Сейчас, конечно. Твое задание, это же на сеть.